Вот, отлично. Здравствуй, дорогой друг. Не так давно я, Маус Репичип, посмотрел «Войны звездные», оригинальную трилогию, четвертую, пятую, шестую часть. Поэтому я сегодня, как придурок, буду разговаривать подобно... Почему как придурок? Подобно мастеру великому Йоде буду разговаривать я. И что? И что, сейчас ты увидишь, почему я не стримлю доту. Вот. За 900 на... Не будет он ЖК брать. Со мной мой товарищ, и... Если что, уберите детей, мы будем материться. Все, всем приятного вечера. Это такой подпольный стрим. Картинку репутнуть должны вы, подаваны мои. И в случае чего... Теперь картинка сместилась в левый угол. В правом котятке. Согласись, это было бы здорово. Нет. Да, вот, я все я прям. Все, я победитель доты. Смотри, скучно как. Короче, вообще нету этих даже. Я думал, сейчас худ, короче, изменю. Добавлю бастиона своего любимого, буду прям... О, нет. Да, какие-то... Ну, это лоу приорити. Ты понимаешь, что наверх пошла Спектра и Жук, и они пошли фармить? Смотри! Мне нравится начало, я... Я так думаю, это этот, Лондруид там отводит. Да, серьезно, насмотрелся. Это показывали в стримах, как лон друидом отводить. Я уверен, что он взял друида только по этой причине. Но это хорошо, если он только это умеет делать. Знаешь, если... Меня уже убивают. Короче, если знаешь 10 шуток, то потом тебе нужно будет придумать новые. Я зря лезу, да, короче, сейчас меня нагнут, да? Да. Ну, блин. Понимаешь, это самые гнобящие линии, которые ты встречал. Серьезно? Нет. Черт. Вместо дровки вайпера поставить его. Друзья, любые комментарии там пишите. 16 на 9 у меня монитор, да, друзья? И... Да. Так вот. Там меч заряжен, отойди. Меч? Бах. Как его там? Тайтбрингер. Ай! Она больно бьет. Я не хочу на. Отлично, я запустил стрим, и в итоге мы. Все, что здесь происходит, это как мы терпим на линии. Я хочу бабочек и. На море. Почти ФБ. Нет, не почти. Им нечем забрать сверху. А почему мне в палку не пришел заряд? Может, он слишком далеко дал. Так вот, дорогой зритель, я пересмотрел еще раз внимательно 4, 5, 6 часть и был в дичайшем восторге, настолько круто для тех времен это снято. Этот неловкий момент, когда современные фильмы российские выглядят качественно хуже, чем «Звездные войны», снятые в 77 году. Четвертая часть, она же первая. Артём. И что, мы типа убиваем? Дай стан. Да, сейчас дам. Нет, стан не круто, Артём. Я знаю, типа, короче... карма из этого портится. Мы за ней погонимся? Не так, можно не так, я погонюсь, короче? Да, гонись стана, дашь. Нет, не дашь. И всё, это всё, что надо. Мы сейчас вдвоём отдадимся. Уху! И это ФБ, девочки, мальчики! У Кункимана нет, поэтому Торрент-то не даст. Кровь почувствовал я! Как если бы мы посмотрели фильмы, где Йода был молодым, мне кажется, он бы разгорел именно так. Он был большим зеленым огром. Да, это он от времени скукожился и уменьшился. Человеческая кровь вкусная такая?
Ох ты, ты прям вовремя эти карапасики включаешь. Пофармил. Аккуратнее, аккуратнее, отходи. По бокам черный... По бокам черный полос. Серьезно, но картинка-то нормально смотрится, потому что у меня она смотрится нормально. Не заставляйте меня запускать стрим и проверять. Я тут, короче, убивать должен. Артём, да, да, иду, иду, иду. Есть. Я дал все, что мог. Да, я понимаю. Копи нам она будет. По бокам черные полосы. Нет никаких черных полос. По бокам черные полосы. Обманывать вздумал меня ты? Это не те черные полосы, которые вы ищете. Я тоже хочу карапасики. Давай обратку соберу первую шмотку. Просто включаешь раз 20 секунд, чтобы, короче, один... Да, Тайтбрингер, который откатывается, сколько там, 5 секунд в конце? 4. 4 даже, да. А, так, мне... тут триада заиграла, люди совсем плохо обо мне подумают. Триада? Да. Короче, я играю в дота, слушаю триаду. С пацанами на падике... Ай. Я хочу, чтобы стрелы тоже считались магией, короче, засчитывали. Ага, тогда ты можешь 15 зарядов просто за несколько секунд получить? Да. Вот, надо было стана дать красиво, хорошо. Давай, гоняем. Да, пожалуйста. Только я, короче... Все, что я могу сделать, это... Это смотреть. Я буду показывать, короче, как к нам пришел гангать Геракл. О, я же могу комментировать! Бам! Арика Пилат, короче. Унижен. Да. Все, что мне остается. Ну, у меня есть манобот, поэтому победим. Черт, ну. Ты придешь, и у меня будет манна, и все будет. Ну, я еще раз стрим не буду перезапускать, чтобы насчет этих черных полос. Обновите, попробуйте. Иначе. Артем, ты заставляешь публику. Публику. Там 4 человека смотрят. То есть я уже. Мои самые преданные фанаты. Одинокие, бедные люди. Серьезно, ребят, давайте я вам посоветую. Хотел сказать порно с животными, но не то. Не то, что советуют. Откинь стан, откинь горелку, и я дам ман. Нет, стой, ждем. Вертолет, поздно, подходи, стоп, жди. Вон, вертолет идет, у тебя еще откат, все нормально. Поехали. Убивать! Ты посмотри, все, короче. Ты... Воу! Просто я потом этот стрим буду, сам знаешь кому, кого нельзя называть, показывать. Блин, а инвокер... Ну чё, да он стилит, наверное, короче, там и опыта не получает вообще. Наверное. СС? Нет. Ну, пацана ник mid only, то есть, как бы говоря. Да, он неплохо гангает, он да, молодец. Сам знаешь кто, не всегда так гангает. Так, подожди, мне нужен крипец, чтобы получить... Опа. Здравствуйте, господа. Опасность? Да. Все, спасибо. Я получил свой 6-й уровень. Теперь я буду... Ты качаешь манобот, собирай. Ты мультикаст качаешь? Да. Ну типа он... Мультикаст не надо качать до того, как ты не соберешь манобот. Вот... Сам... Что смешно? Вот, видишь, гирокоптер у нас молодец. А, это ж Виер писал? Черт. Я не могу, я перечитываю. Смотри, черт, насмотрел. Насмотрелся. Серьезно, медведь, по-моему, только это и умеет. Я же говорю, это же отлично, если он все, что Лондроид из себя представляет, это этот. Отвод крипов на первой минуте и все, и забил на это, и больше ни разу я не видел от него. Эй, девушка Игорь, иди смотри стрим, я тебе ссылку скину. Она отошла. Готовить будет? Она там готовит? Нет, она в спальне. А ты в доту играешь?
Опа, опа, как я у тебя забрал? Я это? Видел, я даже не двигался. Да, не а я... В дровку откинь все. В дровку откинуть все? Откинь все. Откинул все. Раз, и два, мультикаста не было, три, короче. Четыре. И догорит. Ну ладно, я ее просто руками убью. Ой, давай, и смотри, все, да, от... подожди, от... сейчас. Ай. Ай. Нет маны, нет маны, нет маны, нет маны. Все нормально, братишка. Братишка, все хорошо. Нет, братишка, нет. Да, догорел. Я смотри, господи. У меня наиграно 900 часов. Я ни разу... Странный инвокер. Так не убивал, вот. То есть, да. Смотри, мне нужно, короче, стримить, потому что это людская поддержка. Прям. То, что нужно. Инвок ебаный, только и с санстрайками умеет. Он экзорт качал, он крутой. Артём, почему ты АВК стоишь? Потому что я хотел стрим запустить на сайте. Вот. И... Моноботы сами себе не соберут. О. Спасибо, что хоть варды не заставляешь покупать. Ну вообще неплохо было бы, конечно. Нет. Я тупой жук, поэтому я ничего не умею. А ты как там, гангать, не гангать, короче? Не, это для нубов. Я мощный, я вообще никуда не ухожу, короче. Как нубец стою, мощно играю. А мне тут всякие ссылочки в ВКшечку скидывают. Так, все, я собрал моноботы, и сейчас мы будем убивать. И, ой, и немножко пролагало на секундочку. Просто игра не удержит моего скилла. Вы уж простите. Смотри, тут два энтузиаста остались, смотри. Тут самый ярый фанат. Спасибо вам, ребята, это так мило с вашей стороны. Я... Хочешь тебе Bloodlust накинуть? Зачем ты его качал? А я хотел сказать то, что я его не качал. Это была бы смешная шутка. Или накинуть Bloodlust, а я его не качал. Ладно, я плохо шучу на тематику Dota. Я вообще плохо шучу, а тут что? Вот. Зато шучу отлично, я в стиле Йоды. Интересно, кто эти два человека? Что они тут забыли? Скорее всего, это один человек, потому что я попутно, у меня запущена страница этого. Кто это? Это очень одинокий человек, давай похвалим его. Скажи ему спасибо. Спасибо скажи ему. Вот, а вообще этот, какого? Давай заберем кого-нибудь. Дровка тонкая. Смотри, но дровку мы просто уделали. Если уж не материться. А что мне собирать, кстати, следующее? Барабан. Барабан. Да. Ну... Ну это не... О, надо куру апнуть, кстати, я что-то подумал. Что-то несерьезно. Сколько раз приходил, всегда лучше было. Подожди меня, я ж типа помогаю. Давай. Я бегу, я наготовился. Чёртова одышка. Скорее всего. Не, а как же ассистик? Нееет. Получил опыт. Да. Сейчас, секундочку. А? Да. Я жду, пока соседи стучаться начнут. Вот, да. Придется оплатить. Эх. Да. Ну серьезно, все, что... Сверху, нас... инвокер. Да, мы умерли. Прости, инвокера. Но мы мертвы. Инвокера. Я бегу. Инвокера. Я все дал в инвокера уже. Мы уже мертвы. Мы уже история. Инвокер неплохо фармится, у него уже юл. А что есть у нас в спектре? Ничего. А что есть у нашего вертолета? Ничего. Так, печаль. Странно, он же вроде как Яша есть для манты. Это мало. 2000 это мало. А что у нас за счет вообще? Давай... Так, давай проанализируем, короче, смотри, а у них вайпер тоже обоссанный, у них только этот. Понимаешь, что вайпер не мое дерьмо, не твое дерьмо не убьет.
черт. Жаль. Чем мы типа на миду деремся? Мне надо туда ТПшница, мы будем убивать. А мне на палку не хватает. В смысле, денег, чтобы собрать. Драка. Ну-ка, я успею. Ну. И не застелил, и не помог. Черт. Сраного инвокера, ну как ты ебать. Надо пыль. Ну давай я соберу этого. И потом барабаны и куплю тебе пыль. Я могу тебе даже на гем накопить. Нет, гем не нужна. Пыль нужна. Гем не нужна. Спектр неплохо дает. Делаем как детей. Сейчас санстрайком просто убью. Сила внутри тебя, юный Скайуокер. А сейчас я попытаюсь убежать. Я не думаю, что мне это получится сделать. У тебя же был первый скилл, ты мог меня спасти. О, меня видят. Беги. Я бы на том месте бежал. А почему меня видят? Потому что у них варды. Или они все читаки? Да, скорее всего варды. Как ты считаешь? Я на собственный канал не могу написать подряд два сообщения, потому что это флут будет. Круто. Дровка 7 уровень. Лондроид, Геропетр. А, Геропетр с звездочкой. МХ ебани. Все может быть. Вообще, по идее, логично, что они купили этот. У нас такие два. О, господи! Тут метеорит упал. Правда, следов уже не осталось. Кажется, парень пожалел то, что он пикнул дропку. Он. Я прям представляю ход его мысли. Он такой. Возьму-ка я дропку, дропка не контрится. Потом он смотрит, как лондруид там отводит крипов замысловато. Он думает, вот, у нас пиздатый лондруид, он. Знает, как играть, короче, он. Как он круто крипов отвел. И в итоге ребята заглатывают. Но. Мы, правда, все равно не убьем вайпера. Есть небольшая проблемка. Ты кошваришь, что ли? Беги, я спасу тебя. Я спасу тебя, мой маленький жучок. Там, короче, все аккуратно. А, я успел дать станчик. И догорит. Ну или добили в итоге, какая разница. Просто. А, еще как бы. Критика касательно качества игры и качества картинки принимается. В первую очередь качество картинки. Качество игры? Ну посмотри, 3-4-6. Я даже в своих эротических снах так не планировал играть, понимаешь? Интересно, мне перепадет что-нибудь такое? Нет, не перепало. Мне сейчас только от башни перепадет. Конечно. Нашла самого слабого. Артём, ты хочешь залить нам троим ману? Да? Да, но, короче, на откате. Есть небольшая проблема. Хорошо. Очень хочу залить. А мы, короче, да, это прекрасно. Это то, что нужно для стрима. Я и победил в итоге. Но. Победил, что? Ой. А... Нет, Артём. Да, мы отходим, хорошо. К тому же. Давай как Хованский, да, болтать на разные темы, чтобы хоть интересно смотреть было. Потому что народ это на заднем фоне включит и все, если будет смотреть запись. Артём, посмотри, кто смотрит это? Ты не прав. Смотри, я даже крутую музыку ставлю. Я крутой диджей. Если бы
На сельской дискотеке я был бы диджеем, все доярки были бы моими. А? А? Что ты на это скажешь? Доярки и без этого могут быть твоими. Все, что мне нужно это сказать, то что я из города, я городской, они такие «Вууу!» Все. Сеновал. От них вкусно пахнет сеном, молоком и навозом. От коров? Нет, от доярок. Че ты ждешь, вон? Она ж на 20 минуте только появится. Ничего не жду, я просто хожу. Барабаны. Их так долго собирать. Подробка так быстро умирает. Чисто, простите, не подскажете, как пройти библиотеку? Она такая сразу... Ну, посыть, так и не бить! Ну, серьезно, даже я не так быстро заист. Хотя ладно, я тоже быстро заист. Попробуем убежать. Ты, может быть, и убежишь. Давай развернемся и, короче, убьем его. А, да, можно. У нас же есть хитрый план. У тебя Даган заряжен? У меня Даган заряжен. Какого уровня? Первый. Нафиг его максить. Я сейчас куплю этот, Дезерил. Мы, короче, так вот тут пробегаем. А, нет, он тут вот. Ладно. Тут лазит. Но ладно, он идет сюда. Я, короче, отвел крипов, зато подожди. Давай все-таки я отойду и похилис, наверное. Давай, да. Потому что тебя инвокер может просто санстрайка забрать. Ну, потому что он качал только огненный рун. Да, наверное. Он только экзорт качал. Да. А там же жучка насилуют. Да, стоит, наверное, показать там, как дела обстоят. Шмоточки. Ну смотри, сколько жуку осталось до этого? Мне еще 1000. Ой, ему что? Еще много собирать. В смысле, мне 1000 всего осталось? Тебе, да, ему до этого. До Линки. Смотри, как он же меня. Линку собирает. Да. А тебе на что 1000? На... этот... Игл. Угу, я понял. Только микрофон не дыши. Еще раз здравствуй, одинокий, запутавшийся друг. Если ты по какой-то причине смотришь этот стрим, с тобой Маус Репичип, и сегодня мы нубим, сливаем и пытаемся говорить как Йода в фильме оригинальной Звездных войн, где такая маленькая зеленая игрушка его играла. Сила земли с ним прибывает. А, согласись, что по-своему этот похож лондруид на Хана Соло. У него тоже такой медведь, как Вуки, который тоже может раздать неслабых людей. На стороне зла? Хотя, стоп, мы на стороне зла, черт. Да, действительно, все, что... Ты вовремя отходишь, это то, что нужно. Я тут диалог с тобой веду. Мы же на темной стороне, значит мы, короче... я куру до сих пор не опал. Не любишь детей, кстати. Никто не любит детей. Мы можем это пообсуждать, отличная тема. Не любишь детей. Ну, это не так работает. Почему ты ненавидишь детей? Может быть, дети это... Это наше будущее, это ромашки жизни. Чего, подожди, что? Что, пацаны? Просто настоящая папская игра, без вордов, без ничего. Да кому это надо? Мы играем на лоу приорити, чего ж ты хочешь? Я хочу в одиночку забрать это. Ахаха, я промахнулся, что такое, это нечестно. Это нечестно, я же тащил. Нет, я выживу. Да, направленным. Я не хотел. Поэтому мы на лоб появимся. Ну что это такое? Придется на базу бежать, хиляться. Теперь спасибо, что ты не сдох. Кому спасибо? Небесам? За то, что огненный дождь не пролился на мою голову? Инвокеру, что он не дал санстрайк. Ну... Как же заебали эти две ебаначки.
Не обязательно все озвучивать, серьезно. Меня могут забанить за мат. Это будет забавно, если забанятся. А почему это? Это же написано, они же увидят в любом случае. Ну, пусть они напрягают глаза. Сколько можно фармить? Сколько можно фармить, Игорь? Подожди, а... 23 минуты всего. Они будут это смотреть? Кто? Ну, и админы, которые могут тебя забанить. Я не знаю. Админы странные люди вообще, знаешь. Сидишь ты, короче, попиваешь кофе, нюхаешь кокс. Админ же это делает. Да, да. Все админы всех развлекательных сайтов заработают деньги, как минимум, на кокс и КНСХ. О, слушай, как было бы забавно, я сейчас подумал, что если бы Люк и Лея Скайуокер родились бы вот как Огр с сиамскими близнецами. Согласись, это мило. А как бы они встретились? А вот мне тоже интересно. Как бы их разделили, короче. Я думаю, они бы сразу догадались, потому что они брат и сестра, потому что их было бы по половинке. Нет, ты что, они просто одна мимо проходила, другой там. Этот еще, а еще если... Представь, если сиамские близнецы, то и брат и сестра. Это, наверное, очень неловко в плане... Я, короче, да. Все, убили Вайпера? Мы классные, мы сильные, мы модные. Я сейчас это дам стан, Мишку. Не высыл ману. Юнит! Если ты меня не стопил, то я убью. Ну как бы так убьем. А нет. Убьем, я сказал. Ну, это того стоило. Думаешь? Да. Она это такая босса. Ну, я должен за счет кого-то самоутвердаться? А почему на Twitch надо перейти? Мне нравится Cybergame. Мне нравится на Twitch то, что когда долго смотришь стрим, это начинает отставание по времени идти. Хотя у меня есть канал на Twitch, и по-хорошему надо бы все-таки перейти на него. Ладно, потом поковыряюсь. Доту я не стримлю, потому что я очень плохо в нее играю. Вот, смотрите. Тут Вивера убили. Убили, он откатился. Он откатился. Ой, смотри, ему деньги хватает, наверное. Что? Ему уж давно что хватает. Мне не напишу. Ох ты. 20. О, тут же свободная линия. Пойду-ка я пофармлю. Артём, ты не расскажи, как же победить. Но мы уже в любом случае выиграли, а я должен показать, как... Стоп, подожди. Куда выиграли? Медведя недостаточно сильно унизили. А я должен показать, как, короче, как это называется, когда крипов добивают? А, дроп, кстати, 0-1. Серьезно, дропка вот... И она у меня уроки врала, похоже. А медведя хрен убьешь. А инвокер сейчас опасный. Короче, тут еще есть что пойти. Инвокер 13-1, его убил один раз я, и все. Больше нет. Ты гордись этим? Он наверное, чувствует себя горцем. Я вот хочу вот это вот. Серьезно, это то же самое, как бить маленьких детей. Это, конечно, весело. Ладно, это весело, это просто весело. Пойдем. Может быть, она лотар собрала, теперь убежит. Денег не хватает только на ни на что. Так, ну... не так. Я сам убью, смотри. Она уже вот. Она уже ТП-шится, на самом деле. Быстрее. Я не успел, это нечестно. Она долго, она что-то знала. Потому что, блин, один спеер будет, другой. Я вообще не знаю, зачем там спектра и кто. Что-то заподозрило. Спектра нету этого. Никакого стана, зачем вообще их задать. А сейчас мы, короче, когда будем... А там он жука носил, потому что кто-то купил ген, точно. На ХГ заходить. Что это такое? Не знаю, кран, аркан, аркан! А. Мана врезь. Сзади. Сзади это сбоку, чувак, но никак не сзади. Еще барабан выходит. И влезть обязательно под дурацкий. Привет, сладенький. Как тебе мой мультикаст? Не надо было, короче, следом за ним лезть в это, да?
А, нет, надо, я убью его. А, кто тут Кэрри? А! Настилил. Инвокер остался жив. Ну да, он просто убегает, я думаю. Ну или как убегает? Ну убивает, ладно. Я должен убить, он мой должен быть! Нет, нечестно, нет! Серьезно, мне сейчас соседи действительно начнут стучать по трупам. Что стучат? Вот надо затихать. Он выкупился и думал меня добить этой херней. Проблема в том, что я и комментировать-то Дота не умеет, что тактики и прочее. Поэтому вон мой уровень — это Огр с барабанами и Хедресычем. Говори просто, что ты видишь, и все. О, это так работает? Да, летсплей так работает. И меня возьмут на следующий интернешнл? А Вилат меня в друзья добавят? Только как обезьянку, которую подносит. Но! Мне как обезьянке оплатят полет и все остальное, проживание? Наверное, нет, только если ты будешь очень хорошей обезьянкой. А что включает в себя обязанности хорошей обезьянки? Некоторые дополнительные услуги. Я не понимаю, о чем. Что ты обычно в Доте делаешь, Артём? Выигрываю. На стриме я буду до конца утверждать то, что я выигрываю. А, кстати, всех с праздником. С праздником всех вас! Великим! Нет, слишком тяжелая песня, мне не нравится. Что-нибудь такое. Давайте убивать. Let's play. Много, много лиричной музыки. Так, отбежать от метеорита. Есть, сделано. И накинуть на... А у меня есть издать, интересно? Да? О, убили, видишь, инвокер убили, все. Так, надо поставить имперский марш. И империал. После этой песни. Да. Все. Я готов. Я готов заходить на ХГ. Чтобы красиво завершить стрим. Мой первый стрим по Доте, между прочим. Да. Самый первый. Особенный. Сколько? Ну сейчас человек 10 смотрит на самом деле. 7. Это круто. Артём, ты самая лучшая игра, кстати. Ты рад то, что ты делаешь жизнь людей счастливее? Я рад, что ты не слышишь этот музыку. Я не слышу этот музыку играть. Беги. Беги, маленькая черепашка. Ты же черепашка? Я же... не Рубин. Мне кажется, этот медведь хотел сделать со мной что-то плохое. Точь-в-точь как учитель физкультуры в школе. Он хотел разработать у тебя гибкость. А ты, похоже, либо работал учителем физкультуры, либо просто... Я же детей там не люблю. А. Так нет, учитель физкультуры наоборот очень... О, отлично. Это же Йоу. Дай ему. Это есть сало. Восьмерной ему. Я почти собрал Меку. Меня видят, не... Time to die. Бьёт. А уже не видят. А уже... Отлично, мы снесли... Что, мы снесли мид? Снесли. Да, плохо, мы еще их поунижали пару раз. Я собрал Меку, и теперь я соберу Бладстоун. Нет, Форстап. Форстап будет полезнее. Так, там может надо показать всякие штуки. Что у нас есть у Вайпера? Они все боссы. Ну если ты о чем? Ну команды вообще не показывают, нам все включено. Хорошо, что у нас есть у Нерубиана? Даган первого уровня и... Эфернал Блейд, или как он там называется? Да. И еще 3000. Герокоптер с критами. Для бедных. Да он не, но он не упадает. Лучше покажи им дровку. 0.13.
А, тут... Давайте статистику посмотрим, если что. Она поражает. У меня действительно впервые, наверное, хороший счет за длительное время. А я один не убью этого, да, я так думаю? О, ну я за один. Давай. Поэтому ты жопой торгуй, короче, торгуй. Давай ему. Поохотился на огра? Мека нужна тебе? Просто я... Нет, нет. Похиляй крипов, значит. Да, нормально. Что, Вивер хотел украсть нашу этого? Он думал помочь. Помочь? Себе помочь. Илюша! Выигрывать должны мы. Влете, Вайпер с двумя масками сделает нас. С какими масками? Сейдж маск. Целый две. Он сало хочет собрать. Зачем второй раз дал? Не, мол, как бы хп мало. Ну, не настолько тяжело. Это моя мека, как хочу, так и использую, ясно? Еще будут какие-то вопросы? Просто в следующий раз я могу отбежать вместо того, чтобы дать ее на всех. Тикаса не было, дальше не выберемся. Вот Тикас был на Bloodlust. Пожалуй, стоит отбежать. Серьезно. Ай. Я хочу вам помочь, но не хочу умирать. Короче, Игорь, нам с тобой не по пути. Да, все в порядке. Я вроде пока не играю. Yep. Yep. Bloodlust. Holy shit! Вот, смотри, мы снесли уже. Куру убили, отлично. Всё. Меня что эти псы убили. Ну, вам. Как бы ты допрыгался, мне кажется, просто. Нет, я убил еще инвокера, мне опять 300 нужно убить. Ну-ка, успел. Просто царь. А этот как раз добежал. Пешочком, да? Можно продать пустые барабаны? Нет, они дают. Барат, продай лучше палку, зачем? Она мне помогала выживать. Барабаны, блядь, стоят дорого, еще и... А так спит, нам все дается. Уи! Ты видел, как я могу? А? А ты так не можешь. Я могу купить таких три. Серьезно? У меня 5500. Мажор, а на что ты копишь? 5800, не знаю. Да, это сыграно. Я могу дага нафнуть до 8 до 5 уровня. Купи Тараску. Да? Да, я думаю, Тараска тебе нужна. Она мне поможет? Да, я... Героям на интеллект нужно собирать, короче, Тараску. А я не на интеллект, кстати. А на что, на опость? Так, все, и давай, пойдем побеждать. Я поставил песню нужную. Да, победа. Тут так. Остался один барак. Ой, барак. Все, тихо. Та-та-та. Смотрите, да, то, что нужно. И, короче, заходим. Короче, смотри, стана поддаем. Нет, я должен хоть кого-то застить. Нет. Ручка. А, не заберу. Стоит убежать. Некуда. Да-да. Слушай, как... Все, серьезно, прям. 7400 у меня. Нет, я в руках таких денег не держал. Пуф, все, просто... Я не знаю, то ли дело в стриме, то ли... Смотрим счет Артема. То ли нам отсосы. Такого счета у Артема никогда не было. Да. То ли нам отсосы какие-то попались. Что, еще одно? Да нет, Артем, давай пойдешь. Да, keeper. Точно. А я иду завтра же на Железного Человека. Ну что ж, клиент игры устарел. Спасибо, что смотрели. Запись будет... На канале, если кому-то... Точнее, на этом. На ютубе.
Все, до новых встреч. Пока-пока. Да.